Nokia 6233. Замена разъема заряда. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 6233». Разъем заряда чаще всего выходит из строя по причине механических повреждений. Классический случай поломки разъема заряда – это падение телефона, стоявшего на зарядке. Меняется разъем заряда очень легко. Пинцетом вынимаем разъем заряда из корпуса и вместо него вставляем новый. Все, разъем заряда заменен.